Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Чи лікує час? Як пережити втрату близької людини? Сьогодні будемо говорити разом з нашою гостею. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» психологиня Юлія Сіліна. Пані Юлія, я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, взагалі проживання горя, що це таке та які ознаки горя існують? Добрый день. Да, эта тема сегодня актуальна и очень актуальна на протяжении вот последних лет, когда в нашей стране происходит война. И не только, потому что проблема горя, она практически каждого человека затронула. Что это такое? Почему происходит эта проблема? Прежде всего, горе не относится только к потере близкого человека или ребенка. Горе, оно проживается и при разводах, и при каких-то очень сильно стрессовых ситуациях. И самое интересное то, что стадии проживания горя везде одинаковые. Классификаций очень много, но они все похожи на друг друга. Все проживают эти переживания практически по одному сценарию, о котором я немножко расскажу дальше. Горе переживают люди, которые теряют человека, связанного с идентичностью. Это может быть развод, когда у человека какие-то планы на будущее, жизнь каким-то образом уже сформирована и понятно для человека. И когда, например, партнер приходит и говорит о том, что я ухожу, естественно, человек будет переживать те же самые стадии горя. Поэтому эта проблема касается каждого человека. И человек информированный понимает, как проживать эти стадии, я думаю, что окружающим будет легче справиться с этой ситуацией. Які ж от стадії, етапи проживання горя існують? Чи різниця роботи з людиною на ось цих різних етапах? І які є емоційні стадії горювання? Чи є якась класифікація цих стадій та особливості їх проходження? Да, и сразу отмечу о том, что если взять, например, потерю близкого человека, то есть человек погиб или умер, у нас очень хорошая есть традиция, и традиция 9 дней, 40 дней. И вот сейчас я вот как раз расскажу, и классификация, каким вот, ну, плюс-минус, она походит, ну, как бы приблизительно к этим дням. Первая стадия горя – это, конечно же, шок и оцепенение. Человек, который получает информацию о том, что что-то произошло с близким человеком, естественно, для него проживание стадии шока. Что в этот момент? Человек замирает, иногда отключаются чувства, иногда, наоборот, человек не может удовлетворять даже свои потребности. Очень важно, чтобы близкие, которые рядышком находятся, они обеспечили самые жизненно важные необходимые процессы. Это покушать, это сон. Естественно, помогать, каким способом может человек помочь. Не нужно говорить о том, что, ну, Бог взял, там, Бог дал, там, вот какие-то такие вот слова очень часто у нас как бы говорят. Нет, бесполезно в этот момент человека вот именно словесно поддерживать. То есть человек выключен с реальности. Человек переживает очень много чувств, потому что горе переживается очень сильными эмоциями. И это потеря, это гнев, это обида, может быть, это боль, которую чувствует человек, непонимание, что происходит, физическая боль на уровне тела, ну, как бы зажатые мышцы, человек мало может быть подвижным или наоборот очень сильно активным, при этом иногда даже не понимает, что делать на автомате. Иногда в некоторых случаях люди замораживают свои чувства, и вот они на автомате делают, например, те же самые какие-то вот похороны или какие-то такие вот события организовывают, но не переживают. Проблема в том, чтобы человек потом вышел из, как бы, стадии заморозки и начал проживать. Проблема горя, но да, прожить, эмоционально прожить. Следующая стадия – это стадия поиска. То есть
До 9 дней – это стадия шока. Человек не может поверить, а что со мной произошло, почему это со мной произошло, а зачем, а как мне дальше быть. И вот очень много вопросов вот именно в 9, до 9 дней, ну 6, 7, 9 дней. После 9 дней обычно начинается вторая стадия. Но это в классической форме, потому что каждый человек индивидуальный, каждый человек проживает свое горе по своему сценарию в зависимости о том, как он может прожить эти чувства. После 9-й стадии, то есть после 9 дней, у человека начинается поиск. Он в некоторой степени начинает искать этого человека. Вот до 40 дней считается, что душа еще летает, и вот человек общается с этим человеком. Если были какие-то обиды, просит, чтобы простил. Или наоборот, включается обида на этого человека. Вот зачем ты меня покинул, зачем ты меня бросил, что мне теперь без тебя делать? И эта вот стадия длится до 40 дней, то есть поиск. Пытается человек как-то вот найти, как дальше жить. И вот знаете, вот ему, человеку нужно прожить и принять вот эту вот боль, утрату принять. И, естественно, здесь очень много агрессии, очень много злости. Человек может поменяться в поведении. Иногда бывает очень резко, начиная к друзьям относиться, агрессивно иногда относиться, нежелание общаться. Что нужно в этом этапе, в поддержке? На этом этапе, почему говорят, например, об умерших, плохо не говорят. На этом этапе очень важно, чтобы человек проговорился, то есть говорил, чтобы свою боль выговаривал. Естественно, в этот момент уже можно человека оставить одного, чтобы он побыл сам своим горем, прожил это горе. Если до 9 дней желательно не оставлять человека, а именно позаботиться о том, чтобы человек кушал, спал, обычные все эти потребности выполняли, то уже где-то вот со второй недели до 40 дней, иногда может быть и больше, человек уже как бы может сам потребности свои выполнять, но тем не менее ему очень важна поддержка друзей, выговориться. Здесь очень много, опять же таки, а как мне дальше жить, а что я буду делать, а как мне нужно поменять свою жизнь. Для человека тотально поменять свой образ жизни очень сложно, и, естественно, для каждого человека это проходит абсолютно как бы индивидуально. Следующая стадия – это после 40 дней, это вот стадия проживания горя. В этот момент как раз человек пытается адаптироваться к социальному окружению, начинает возвращаться в социальную жизнь, начинает налаживать какие-то контакты, начинает думать о том, как ему дальше жить, какие-то планы формировать. И в этот момент очень важно для друзей и близких, для того, чтобы они поддержали. Чтобы они спрашивали, а как ты будешь дальше жить, а как ты думаешь, а что, может быть, тебе что-то помочь, давай вот сделаем то-то. И человек, хотя в этот момент еще находится в стадии проживания своих чувств, эмоций, но он уже понемножечку назад возвращается в социальное окружение и включается в это пространство собственной жизни. А следующий этап – это уже, естественно, восстановление, это после года. И тут уже человек уже четко уже принял, что все ушло бесповоротно, ничего уже не вернешь, и нужно адаптироваться к новой жизни. И, естественно, человек уже выходит на работу, становится полноценным гражданином нашей страны и включен уже в пространство своей собственной жизни. Опять же, такие эмоции. Эмоции никуда не ушли, не проживаются, но они уже немножко меньше интенсивности. Опять же, если очень сильное переживание горя может быть уйти в психосоматические, то есть какие-то мышечные. В этот период могут обостриться именно какие-то вот заболевания. Очень важно заботиться в этот момент и не позволить дальше заболеваниям прогрессировать. Что может быть? Может поменяться очень резко модель поведения вообще в социуме. То есть, если человек был очень доброжелательный, то может наоборот уйти в одиночество. Человеку нужно побыть одному, прожить это горе. И человек может не подпускать никого к себе. Не нужно
настаивать, не нужно как бы вторгаться в его жизнь, а дать человеку самостоятельно прожить эти процессы. Но это очень коротко и поверхностно, потому что эти процессы очень глубокие, о них можно очень много говорить. В нашем городе есть кризисная служба психологов, которые оказывают такую психологическую поддержку. Специалисты специально обучаются этому, специально обучаются, что можно говорить, как позаботиться об этом человеке. Очень важно понимать, что если в течение первых суток оказать психологическую помощь человеку, который получил потерю, утерю близкого человека, то сама стадия проживания горя проходит намного легче. И, знаете, даже у некоторых кризисных психологов такое бытует мнение, что помощь нужно оказать до захода солнца. После захода солнца как бы все это почему-то проживается немножко сложнее. Поэтому обращайтесь, находите таких специалистов. У нас в городе их очень много, они прошли специальное обучение, они знают, как оказать эту психологическую помощь, именно первую психологическую помощь. Ну, взагалі, от, саме психологічна ось така допомога, які методи використовують психологи у роботі з горем? Немножко как бы наперед говоря, есть два метода. Оказание кризисной службы – это здесь и сейчас оказание помощи в тот момент, когда произошла какое-то горе. И работа психолога, она немножко отличается. Работа после того, как человек прожил горе, например, если человек не справился в течение года, то очень важно обратиться к психологам для того, чтобы психолог помог это прожить. Работа психолога заключается в правильной поддержке человека, который попал в горе. Правильное поддержание. На каждой стадии прохождения этого горя есть своя особенная работа, каким способом психолог предоставляет эту как бы, услугу. В основном это поддерживающая забота, поддержка, разговоры, выговаривание. И на самом деле это самое трудное, что ну, для каждого человека, потому что психологи тоже люди, им действительно они проживают это горе с каждым человеком, которому оказывают эту поддержку. На стадии, когда уже через определенное время, когда человек не справился с этой проблемой, там немножко другая специфика, я об этом немножко дальше расскажу. Скажіть, а самостійно, без допомоги психолога, можна впоратися з горем? Звісно. Дуже багато залежить від самої особистості людини. Деякі люди дуже легко проходять цей період. Це залежить від самої структури психіки. Деякі люди проходять це складніше. Дуже важливо розуміти, якщо людину дуже складно, він сам не може пройти ці стадії, то, звісно, краще звернутися кваліфікованої допомоги і отримати підтримку. І якщо людина справляється, пусть він краще сам справляється, підтримки близьких, друзів, цього достатньо. Ну, от повертаючись до, скажімо так, попереднього питання, чи потрібно працювати з горем, як сталося 10-15 років назад, і чим відрізняється робота з недавнім горем від роботи з ситуаціями, що сталося багато років тому? Да, работа очень сильно отличается. Я скажу, почему. Иногда люди застряют в своем горе на очень много-много лет. Я с этим часто сталкиваюсь. Например, потеря ребенка в маленьком возрасте. И человек, вот мама, особенности женщины, не только женщины, кстати, мужчины, это независимо от пола, они могут уйти в это проживание горя на многие десятки лет. При этом не уйти, как бы не прожив это горе. Знаете, здесь очень много моментов. Как бы там жестоко я бы не говорила, но иногда бывает это выгодно человеку. Иногда бывает для человека как бы теряет свою идентичность, то есть есть проблемы с идентичностью. Иногда бывает проблема не до проживания горя, например, чувство обиды, то есть непрощения. Иногда бывает, что у нас сейчас такое время, человек пропал без вести. Человек не прожил стадию горя в соответствии с теми обрядами. Например, не проститься обязательно при утрате человека. Человек должен проститься, вот он.
То есть, и чтобы человек видел, да, тот, который проживает горе, похоронить человека, потому что вот он есть. Как можно человека похоронить, если его глаза не видел? То есть он, например, без вести пропал. То есть человек, получается, не ставит определенную точку в своем сознании, значит, он жив. И надежда, она еще теплится. И в такие случаи человек действительно может быть и проживать горе очень много-много лет, до тех пор, пока вот не придет известие, когда действительно этого человека нашли, и со всеми обрядами человек может похоронить. Поэтому причин очень много, почему это происходит. И очень важно понять эту причину, выявить и долго не находиться в этом горе, обращаться к специалистам. Иногда бывают люди обращаются к врачам, психиатрам, пьют антидепрессанты, чтобы избавиться от этой проблемы. Но, к сожалению, здесь одними таблетками не поможешь. Очень важно вернуться к этим проживаниям, чувству эмоций. Люди, которые, психотерапевты, которые работают через 10-15 лет после утраты, у них специфика работы совершенно другая. Если человек, который проживает горе на первых этапах до года, это поддержка и возврат человека в социальное окружение, то после, например, 10-15 лет психотерапевт проводит более глубокую работу. Прежде всего, терапевту нужно будет вернуть человека в ресурс, то есть найти в человеке те силы для того, чтобы человек мог вернуться для проживания тех чувств и эмоций, которые произошли много-много лет назад. И потом вместе с сопровождением психотерапевта эти чувства и эмоции проживаются по новой и отпускаются. И после этого человек адаптируется к своим новым реалиям и возвращается в социальный мир, в социальное проживание. Поэтому здесь немножко разница есть. Скажіть, як зрозуміти, що робота з горем вже завершена? Это говорит о возвращении его в социальный мир. То есть человек работает, человек общается комфортно, человек настраивает новые отношения, выстраивает новые отношения. Если это была как бы потеря партнера, человек начинает интересоваться противоположным полом для того, чтобы создать новую семью. Если это потеря ребенка, то женщины возвращаются в жизнь и зачинают нового ребенка, и как бы растят дальше все равно свое потомство. Я знаю такие случаи, когда как бы проживание горя помогает именно эта ситуация. То есть погиб у моей знакомой, погиб ребенок, и буквально она через полгода забеременела и родила еще нового ребенка, и переключилась на воспитание ребенка. И эта стадия горя у нее прошла более-менее в таком вот в адаптивном, комфортном состоянии. Поэтому иногда люди не проживают год. То есть это происходит намного быстрее, намного раньше. И это здорово, когда человек может так вот прожить и адаптироваться к социальному окружению. Скажіть, будь ласка, чого не треба робити при роботі з горем? Наприклад, от ми з вами говорили, що не можна там пити, наприклад, заспокійливі, не можна людині казати, що Бог дав, Бог забрав. От що не можна казати і робити у цей період? В першу неділю взагалі безполезно щось говорити. Ну, тобто першу неділю проживання горя, після втрати, не потрібно взагалі нічого говорити чоловіку. Тобто він вас не слышить, він не розуміє, він проживают свои собственные процессы. После 9 дней очень важно говорить только позитивно. Я говорила уже об этом, о том, что важно только позитивно говорить. Не нужно говорить о том, что вот такая судьба, вот у него такая судьба, он сам виноват и что в том, что с ним произошло. Вот он бы мог туда не поехать, туда не пойти. Вот такие вещи ни в коем случае нельзя говорить. Нельзя обвинять этого человека в том, что он не сделал, какие-то вот не завершил свои определенные процессы. Важно не обращаться в этот момент к Богу, говорить о том, что да, Бог взял, Бог забрал. То есть такие вещи вообще как бы, ну, здесь не работают, и наоборот, это еще больше травмирует человека. Поэтому важно очень серьезно отнестись к поддержке близкому человеку, говорить только позитивное, только хорошее, и говорить о планах, о том, как вернуться в нормальную эмоциональную свою жизнь и как облегчить проживание горя.
Дякую вам за відповіді. Сьогодні говорили про як пережити втрату близької людини, чи лікує час, відповідали на всі наші запитання. Наша гостя, психологиня Юлія Сіліна. Ще раз дякуємо вам за наше спілкування. Ну а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.